Привет, друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Висконти. Мы снова играем в Scrap Mechanic, и сегодня будем смотреть на множество интересных построечек, которые присылают нам наши подписчики. Скин для меня сделал Антон Кузьмин. Окей, давайте смотрим, что же у нас за построечки. Первая построечка у нас будет от Максима Максимова. Он очень хотел показать свой грузовик. Давайте посмотрим. Какой-то необычный грузовик, сказал он. Сейчас мы все посмотрим. Вот такой вот стоит тягач у нас. Он достаточно прикольно выглядит. Видно, что сделан с использованием модов. Работают, двигаются колеса. Какая-то платформа. Так, давайте смотрим. Я делаю вид от первого лица. И пробуем залезть внутрь грузовика. Так, а где у нас сиденье, а где у нас руль? Так, и как нам же туда запрыгнуть, Максим? Вот подскажи мне, пожалуйста, как мне запрыгнуть в твой супер навороченный грузовик? Так, смотрим, обходим с другой стороны. Туда навожусь, сиденья нету. Здесь тоже у нас... Во, есть сиденье, то есть мы телепортировались. Давайте смотрим. Я сейчас отдаляю. У нас с вами 6 кнопок. И давайте пробовать нажимать. Первая кнопка поднимает кабину, чтобы мы могли отремонтировать, допустим, наш двигатель. Так. Смотрим, вторая кнопка. Вторая кнопка у нас опускает дисплеи, вернее, телевизоры внутри кабины. Я все нажимаю кнопки. То есть, смотрите, опускает руль и опускает мониторы. Чтобы мы могли, допустим, когда стоим на парковке, смотреть сериалы. Давайте уберем. Третья кнопка включает габаритные огни. Ну, это все нужно для того, чтобы стоять на обочине и смотреть любимый сериал. Так, ладно. Значит, кнопочка 4. Включает фары. Кнопка 5. Закрывает дверь левую. Кнопка 6 закрывает дверь правую. И все. В принципе, здесь кнопочек нет. Давайте попробуем прокатиться на этом супер тягаче. Сделаем вот тут небольшой крюк. Так. Задний ход, все работает. Отлично, но это же не самое главное в этом грузовике. То есть многие делают разные грузовики. Давайте посмотрим, что же здесь есть еще. Двери я открыл. И давайте попробуем отсюда выбраться. Закрываем двери. И у нас с вами есть еще две кнопки, которые располагаются в кузове. Так, что же делает эта кнопка? У нас происходит какая-то трансформация грузовика. Смотрите, у нас опустилась платформа, повернулись колеса, и у нас, можно сказать, полноценный транспортировщик. Что же у нас здесь еще? Выдвигаются вот такие вот вилы. То есть этот грузовик превратился у нас в лесовоз какой-то, так? Но, похоже, тут не все виллы выдвинулись, давайте смотрим. Похоже, какая-то вилла у нас осталась не повернута. Ну, я думаю, что это не суть важно, то есть у нас, скорее всего, потому что произошло смещение блоков, то есть мы прокатились, иногда вот не открываются двери, и здесь, скорее всего, произошло то же самое. Давайте посмотрим, что же мы можем сделать, чтобы это все исправить. Так. Обычно хватает поставить или убрать какой-нибудь блок. Давайте мы это с вами сделаем. Попробуем сначала поставить блок. Любой блок. Так. Вот мы поставили блоки. У нас сразу же открылась одна вилла.
Но там есть еще одна вилла, которая у нас все равно не хочет подниматься. Поэтому давайте мы попробуем удалить вот эту часть. И все равно вилла у нас не поднялась. Ну что же, я думаю, что все равно достаточно хорошая, интересная постройка. Вы, ребята, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу постройки от Максима Максимова. Это у нас лесовоз. Как раз таки мы находимся в лесу. Давайте удаляем постройку, чтобы меньше лагала карта. И пойдем смотреть на следующую построечку. Так, у нас впереди база. Эта база у нас скачана с воркшопа, но мне кажется, она очень хорошо подойдет к нашей следующей постройке. Ну и такой вот туманный лес тоже у нас в тему. Смотрим. Заходим на базу. Прикольная такая база, вообще шикарно подходит к этому моду. Двери у нас уже открыты. Поднимаемся. У нас вот такая вот дверь встречает нас. Закрываем. Двери закрылись. И мы можем заблокировать дверь, чтобы к нам сюда никто не зашел. Вот так вот происходит блокировка двери. То есть даже если мы захочем, мы отсюда не выйдем. Что у нас здесь есть? У нас есть обеденный стол, ну и за ним можно еще и поиграть, допустим, в шахматы. Есть радио, давайте включим радио, мы все-таки находимся в доме. Такой вот интерьерчик. Достаточно прикольный интерьер. Есть санузел, давайте зайдем. Ну, такой небольшой санузел, закрываем двери. Двери закрылись. Тоже все прикольно выглядит. Единственное, нету душевой кабины. Это печально. Открываем, выходим. Тут также есть столик с сиденьем. И вот там у нас стоит следующая построечка от нашего подписчика. Это у нас Ярослав Гагаркин прислал нам вот такой вот монстр-автомобиль. Это какой-то военный автомобиль. Но мы к нему еще придем. Нам нужно посмотреть все-таки на всю базу. Что у нас здесь? Здесь у нас с вами склад находится продуктов, то есть мы все равно не в городе живем, а в каком-то лесу. Закрываем двери, бронированные двери на склад. Есть лесенка на второй этаж, но это у нас смотровая площадка, ребята. Здесь нету, в принципе, жилого помещения, что как бы печально. По идее, должно быть жилое помещение. Ну, это чтобы мы могли осматривать окрестности, то есть отсюда все прекрасно видно, наш туманный лес и наш военный автомобиль. Давайте посмотрим, что же там все-таки за автомобиль. Перейдем в следующую комнату. Я так понял, что это является и спальней. Вот у нас есть кроватка, где мы можем лечь и отдохнуть, да? И также гаражом. Тут стоит вот какой-то реактор. Двери можно закрыть. У нас открываются верхние ставни, чтобы мы могли проветрить. И еще открывается дверь на улицу. Давайте откроем. Так. Открываем двери на улицу. И вот он у нас, наш автомобиль. Он у нас пока что привязан к земле, чтобы меньше лагало, поскольку постройка, если посмотреть, тут просто грандиозная. Значит, этот автомобиль у нас от Ярослава Гагаркина, но он уже нам присылал множество интересных построечек. Давайте мы посмотрим, что тут вообще внутри есть. Тут вот у нас двери, смотрим. Вот так вот эпичненько открываются дверки, мы можем зайти внутрь. Зашли внутрь, закрываем двери за собой. Так, закрывайся. Двери закрываются. Смотрите, все как классно. У нас есть турели, у нас есть специальные такие вот, я не знаю, как это, сиденья, не сиденья, специальные держатели для спецназа. Ну и меня телепортировало, короче, наружу, и поэтому мы снова открываем двери. И заходим. Ярослав сказал, что
каждой турели вот этой можно подключиться при помощи какого-то определенного стула. То есть сядь на сиденье. Также есть задний выход для спецназа. Все-таки это транспортировщик. Так, а какое же сиденье отвечает у нас за турельки? Так, пока что я не вижу, что у нас к чему привязано. Эти сиденья у нас не привязаны, и эти тоже не привязаны. Так. И здесь у нас одно сиденье. Как же нам управлять вот этими турелями? То есть вот она у нас так вот выдвигается. Давайте посмотрим, как это выглядит снаружи. Ну, карта лагает, поэтому очень сложно тут сориентироваться. Вот у нас выдвинулась турелька. Что-то уж больно лагает карта. Я, наверное, предлагаю удалить вот эту вот постройку. Она нас тоже нагружает карту. Так, что нам нужно для этого сделать? Обрежем все связи с землей. Так, и еще здесь есть привязочка. Удаляем. Удаляем здесь привязку. И есть еще привязочка одна вот здесь. По идее, сейчас должно все быть намного лучше. Так, ставим на лифт. Ставим на лифт. И удаляем. Так, ну все у нас должно быть на все намного лучше. Это мы все оставляем. Давайте смотрим, что же тут есть еще и как вообще управлять этими турелями. Потому что, ну, Ярослав сказал, что есть отдельные сиденья, но я пока что не нашел. Я вижу одно командное сиденье, куда мы сейчас с вами, наверное, и сядем. Садимся. Так, у нас очень много кнопок. Давайте смотрим, что за что отвечает. Вторая кнопка закрывает двери. Двери закрылись. Первая кнопка. Так, первая кнопка у нас что-то все-таки происходит. Давайте поближе сделаем. Первая кнопка. А, она что-то делает с нашим сиденьем. То есть она нас разворачивает, видите, разворачивает лицом. Если мы хотим, допустим, ехать. То есть вот она нас посадила за нужное место. Хорошо. Третья кнопка. Третья кнопка — это дверь. Четвертая кнопка закрывает задние двери. Закрылись, отдаляем. Пятая кнопка убирает верхнюю пушку. Но мы ее убирать не будем, давайте ее все-таки поднимем. Шестая кнопка у нас управляет ракетами. То есть вот так вот ракета у нас наводится. Седьмая кнопка включает лазер. То есть она как сразу, смотрите, взаимодействует. То есть вот ракеты навелись, и мы можем, в принципе, стрелять. Восьмая кнопка — сигнал. Девятая кнопка открывает боковые турели. И убирает их. Так, ладно, это мы с вами все посмотрим. Давайте нажмем кнопочку 1 и вернемся в зал. Вернее, вернемся в салон автомобиля. Сейчас нас разворачивает. И открывает нам выход. Давайте выходим. Я все-таки хочу увидеть, куда же у нас привязаны вот эти вот турельки. Как же мы можем ими управлять? Потому что я вижу, что там есть отдельные какие-то сиденья, по-моему, должны быть. Но найти я их не могу, и поэтому давайте попробуем протестировать в движении наш автомобиль. Так, я сел за место водителя. Нажимаю первую клавишу, нас начинает разворачивать по пути с
исследовать автомобиля. Давайте. Повернулись. И мы, в принципе, можем попробовать с вами поехать уже вперед. Давайте смотрим, выключаем лазер. Он нам не нужен. Вот так вот вращаются у нас колеса. Так. Но почему-то я не могу ехать. И оказывается, я все-таки привязан. Я же забыл отвязаться от земли. Давайте выходим из автомобиля. Так. Все очень медленно, но лучше уж медленно, чем быстро. Так, выходим. Открываем двери. И выходим. Давайте отвяжемся. Так. Возвращаемся, садимся. И сейчас мы с вами протестируем проходимость. Ну, вообще, эпично сделан разворот сидений. Я это уже видел у Джозефа в самолете. Но здесь это сделано намного лучше. Так, садимся. И мы, в принципе, можем отправляться. Так, давайте газанем. Закроем двери. Это вдруг кто-нибудь забежит. А пока мы едем, у нас еще вращается пушка и ищет цель. То есть все на автомате. Что ж, ребятки, вот такая вот была построечка у нас от Ярослава Гагаркина. Пишите свои комментарии, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на наш канал и в нашу группу, где вы можете скачать эту постройку. Ну а с вами был Висконти. Всем пока! Привет, мой преданный подписчик! Тебе понравилось новое видео на канале Висконти? Если да, не забудь поставить лайк. Если ты хочешь одним из первых узнавать, что на канале Висконти вышло новое видео, то жми на иконку колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться». А, ты уже сделал это? Тогда ты просто красавчик.